Уберите эту стыну для овец. Уберите эту стыну делой, которую устроили и Дадон, и устроили платформа. Представьте себе сейчас 40 партий. У нас, да, сколько у нас? 40 партий. Каждый чабан соберет свою стыну и по Кишиневу расставит палатки. Во что превратится город? Но в конце концов должны быть какие-то ограничения. Провели митинг, провели протест. Но уберите эти палатки. Во что превратился город? Проедьте по Кишиневу. У нас что, властей нет? У нас уже чересчур демократия. Мы играем в демократию, а в стране народ живет все хуже и хуже. Сегодня только слышишь, мы против НАТО. Мы сегодня против закона о гомосексуалистах. Половина парламента, члены педерастической организации, никто не реагирует.